смерть русским фашистам-оккупантам, да, которые за деньги убивают, насилуют, воруют, мародерствуют чужое государство. Слава Украине! Крым украинский! Мы, казахи, за счастье украинцев и за счастье своих детей. У русских оккупантов ненавидим. Если ты такая фашистка, террористка, иди, иди. Чё ты сидишь здесь? Чё ты здесь сидишь? Иди Путину заступайся. Иди, говори Путину. Знаете, что это уголовное? А, ой, да. Вот это. Своё имя подскажите. Вот внизу. Внизу я тебе покажу. Еще раз меня ударите? Ударю 10 раз. 10 раз ударю. Сняла же, пацана, ударю? Да? Пусть делает. Совестная женщина. А теперь ждите. Жду. Жду. Фашистов, террористов. Жду, когда Путина повесит. Жду, когда всех русских московитами назовут. Жду, когда все государства разделятся и останется Ворскстан. Маленький Урал. Скоро так будет. Добрый день, друзья. Недобрый день, недруги. Я в Казахстане в первый класс пошел, в городе Караганда. Мой отец был командирован «Комсомольской правдой», где он тогда работал с обкором газеты, в Караганду. И первые школьные годы я провел там. Уже тогда не все было очень ладно, потому что во дворах, условно говоря, европейцев, там было очень много немцев, само собой, украинцы, помимо русских, евреи, армяне, они держались как бы вместе, а местные казахи, они с корейцами, прочим, узкоглазыми. Не напрягайтесь, это просто термин того времени. Были как бы сами по себе, в основном. И я помню эти всякие там кричалки, типа «русский в жопе узкий», это должно было быть обидно, относилось, естественно, и не только к русским, но и к немцам с евреями. Ну, песня совсем не о том. Просто с тех пор, я так понимаю, что достаточно много воды утекло, и совсем сейчас худо, судя по вот этим роликам, которые протекают в сеть. Значит, просто наша медийка и наши дипломаты не нашли время достаточно для этого региона, и Казахстан можно считать потерянным вслед за Украиной и Арменией. И это не есть хорошо. Я помню, я в 15-м, может, 17-м беседовал с главой представительства Евросоюза в России, Ушацкс, литовец. Из той беседы я сделал вывод, что вообще разговор про информационную войну для него крайне некомфортный, потому что в его системе координат России в этом преуспела. Возможно, что наш МИД и наши пропагандистские ресурсы действительно были очень увлечены именно работой в Европе и на ближнее зарубежье махнули. Но тогда, сейчас вот эта полная небензя, которая в Казахстане, это путь в никуда. Я думаю, что точкой невозврата станут вот какие-нибудь судороги так называемой декоммунизации. Вот когда начнут демонтировать памятник 28 панфиловцам в Алма-Ате, вот это будет действительно началом конца, если это произойдет. Что делать для того, чтобы это не произошло, я ума не приложу.
Потому что ведь есть еще история, а есть еще и результаты. Но от история, этого знаете, пиара. Мария, она переписывается, причем иногда прямо на наших глазах. Да? Потому что... Вторая мировая война пример абсолютный в этом смысле. И мы видим, как это происходит. И снос памятников – это как раз то самое переписывание истории. Потому что что такое памятник? Это визуализация истории. Mm-hmm. Это самая, ну, одна из таких, наверное, простейших для восприятия информации о неком историческом событии. Через визуальное восприятие. Идет мама с ребенком, ребенок спрашивает. Идет человек, он привыкает к определенной мысли, он воспринимает тот самый образ, который практически ежедневно стоит перед его глазами. Вот так было у меня. Дорога из Москвы на дачу, на бабушкину дачу, это была дорога по Ленинградскому шоссе. И справа, и слева это памятники. Угу. Это памятники, которые я видела с детства, и поэтому все рассказы о войне, все уроки о войне, истории и так далее, для меня это было дополнено визуальной картинкой живой истории. По бокам. Ага, Казахстан. Доброго вечора, ми з України. Поехали, рада. Смотрите. Казахстан. Батька наш, бандера. Україна, мать. Україна. Рок-слава.